Приветствую тебя. Как поживаешь? Мне бы хотелось поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить тебя счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел. Но белый взгляд твой в зеркале устало сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова. Но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак? Вкусненькую пищу. Все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут. Те все сидят у моего огня. Потом обед, и вздох тяжелый снова. А я стоял так рядом, за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что наконец заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. Когда же весть тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал. Я делала так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, я дождь пролил обильно стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке принял ужин без заботы, вдруг канул телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго. Она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Иль уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли они важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна. И к моему большому сожалению, он одолел тебя совсем до дна. За целый день не проронил ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом, чтоб проявить тебе свою любовь.